Співробітники телекомпанії «Орбіта» через об'єктиви камер та вікна машин бачили наше місто і яскраво літнім, і святково засніженим, знімали вулиці Покровська, по яким тече буденне життя та веселий вир емоцій на площах і майданчиках у дні свят. Ми знаємо і любимо Покровськ різним, проте у кожного з нас є свій улюблений куточок міста, куди хочеться повертатись знов і знов. Як ми з'ясували, для співробітників служби новин це міський парк. Воно й не дивно, адже після тижневої метушні з підготовкою новин так хочеться тиші. Де можна відгородитися від всієї суети, побути наедине з собою? Ти йдеш в великій толпі людей, які наслаждаються яркими струями фонтана, наслаждаются развлекательными локациями. И тут же ты попадаешь в тишину первозданной природы, где ты можешь покормить белок, послушать пение соловьев, побыть наедине с собой. Это очень важно людям, которые постоянно находятся среди других людей. И как сотрудник телекомпании «Орбита» эту тишину я начала ценить еще больше. Возможно, моя любовь к парку продиктована тем, что это наш город в миниатюре. Это и зоны отдыха, где люди отдыхают. Это и спортивные дорожки, где люди приводят себя в порядок, бегают. Это и место встреч. Это и место, где можно погулять с детьми. Кореспондентка новин Евеліна Шелест полюбила нову локацію в парку, яка отримала назву «Екотропа». До речі, про цю місцину, коли вона ще не була облаштована, Евеліна однією з перших розповіла жителям міста в новинах. Мы делали ряд сюжетов о том, что там появились белки. Они у нас прижились, поселились. От телекомпании мы сделали кормушку, и мы так переживали, когда кормушку разбили. А постепенно или нашу идею подхватили, или, может быть, просто такие вот люди нашлись. Это и Костя Деревинский, директор парка, и Леонид Дорошенко, активист местный, и Александр, который скульптор по дереву. И они как-то вот эту идею начали продвигать, вдохновлять и создали экотропу вот там вот именно, где живут белки. Міг подумати, що з легкої руки активістів екотропа набуде такої популярності серед городян. Все більше людей шукають тут єднання з природою. Очень красивое место, спокойное, тихое, можно пройтись, подышать свежим воздухом. Кроме этого, вот проходя по этой тропе, можно увидеть не только белок, у нас поселились и утки в соседнем водоеме, там есть черепахи, фазаны. Ну, слушайте, приходишь туда просто как в сказку. А от ведуча програми «Про поради» Тетяна Намазова звернула нашу увагу на іншу частину міста. Тетяна полюбляє атмосферу старовинного вокзалу. Мое самое любимое место в городе – это вокзал. Потому что из вокзала мы уезжаем, на вокзал мы возвращаемся. Каждый раз это какая-то новая история. Вот. И вот какие бы страны и города мы ни посещали, всегда, вот, когда ты возвращаешься домой со своего родного вокзала, чувствуется вот эта домашняя атмосфера. А еще я очень люблю вокзал, когда вот уезжаешь в путешествие куда-то, да, вот в ночное время. Ты приходишь на свой вокзал, он освещен. Вот, все это навеивает какие-то лирические настроения, и всегда это безумно приятно и интересно. Ведуча програми «По суті» Наталя Мовчан також часто примічає красиві місця Покровська. Адже потім вони стають декораціями чисельних фотосесій Наталки та її коліжанок. Особенно вот возле водоемов, которые есть у нас в городе Покровске. Там в любое время года и в зиму, и летом можно найти уголочек приятный и культурный. И я бы хотела сказать, что, акцентировать, что родной город не нужно любить за что-то, а город свой родной нужно любить за то, что он твой родной. Ты здесь родился, ты здесь развиваешься, здесь учатся твои детки. Поэтому даже когда уезжаешь далеко, то все равно как-то душа болит, что хочется вернуться в тот уют и в ту красоту, в которой ты живешь. А це людина, яка була у найвіддаленіших куточках Покровська та, здається, знає про райони міста все. Ведучий програми «Городок» Артем Писарєв. Він дотримується філософії, що не місце красить людину, а людина – місце. Тому
Тому його знімальній групі подобається бувати всюди, де можна зустріти життєрадісних та активних людей. Когда приезжаешь в какие-то такие не очень ухоженные места, захолустные, если там встречаешь людей, уверенных в себе, которые не опускают руки, готовы делать, менять этот мир, стремиться к чему-то лучшему, то даже попадая в какие-то мрачные места, ты все равно чувствуешь себя там хорошо и уверенно, и понимаешь, что в этом месте есть будущее, потому что есть те люди, которые готовы его реализовывать и которые не останавливаются, несмотря ни на что. Поэтому лучшее место и любимое должно быть то, где ты живешь, и в твоих руках сделать его лучше. П'ять років. Вік за історичними мірками невеликий. Проте вже зараз наше місто має багату історію, яка складається в тому числі і з маленьких історій його жителів. Ми любимо окремі куточки Покровська і місто загалом за багато його чеснот. Але перш за все за те, що воно наше.